Привет! Приехал на Чайку, здесь тренировка команды No Motors, предфинал украинской серии. На тренировке есть Макс Миллер, Сергей Кремец и Ярослав Кремец, который в этом году едет в стрит-лигу. С маленького в большое! Нафига ты темп добавлять? Ты тут режешь, ясное дело, что тебя туда будет выкидывать. Как тебе Чайка? Очень страшно. Да ну? Угу. Не, ну я же катался тут с ребятами, но так за рулем очень стрёмно, тем более, что створка открыта. Как-то узенько, ну стрёмно реально, и сюда попасть, тут вылет конкретный, там попасть, вылет конкретный, там морду можно развалить, там жопу. Ну тут ладно, блин. Ну и конечно на входе, то есть со старта если разгоняться в пол, то скорость бешеная. Пока никуда не доезжаю, вот первую часть Чайки я проехать не могу. Сейчас поеду вот отсюда с перекладкой туда, потом чуть раньше. Там уже разберемся, наверное. Я пока не чувствую, я еду и не понимаю, где жопа моя вообще. Если пойдешь, где твоя жопа, может быть. А я специалист по выкручиванию руля, ну вот эту я понял тему, тут нормально все. С такой скоростью входа не нормально. Все ты знаешь, ты же на брифинге всегда рассказывал. Медленная постановка, неагрессивная перекладка, ты ж помнишь. Да. По дороге с Чайки заехал на рейс-сервис, немножко подогнали мне сцепление на смарте, и сейчас будут ночные тесты Ниссана Никиты. Вечер пятницы, и парни решили выгулять свои бедра. Сейчас заехали на заправку и поедем катать клумбы. Так и сегодня пятница, сегодня еще может ролчи гонять. Поехали, сейчас я буду. Поехали боком вокруг них гонять. Какой сука, ты первый раз на БРСМ не попал вообще. Жень, поехали. Жень, ну что там? Дайте ему стяжку. Стяжку дать у меня есть. Жень, может тебе чем-то помочь? Женя, сейчас. А сейчас тебе долго еще осталось? Да подожди минуту, блин. Ого, у тебя такая пиписька маленькая. Да у тебя маленькая. Женя, ты ж будешь смотреть эту, наверное, может все это не вырежет. Знаешь, это надо быть реально подсом, чтобы приехать на гонки, и чтобы тебя ждало 6 братюн, пока ты, сука, прикручиваешь музыкальный, твою мать, усилитель. Надо пристегнуться, Сергей, ты тоже может увидеть. Да мы же еще ж не едем. Рацию я тебе зачем дал, ты не пользуешься. Одеваем рюкзак. Поехали, мотыли. Поехали.
нормально соскользнул. Зацеп, что ли? Опа. Пацаки, копы, копы, к вам едут копы, пацаки, к вам едут копы, пацаки, копы, копы. Прокатись, Жека, если хочешь. Я хочу сказать, что у меня не хочу. Там от разоблокированных колесов. А что, по клумбе туда, да? Прямо там на бордюре, я как сижу, она на меня. Большой рычаг. Я подлетел, чувак, так, что на полуосе рычаг, там все, что полетело. Два рычага. Сука. Обидно. Уже я перехотел кататься. Закрыли. Он сделал бернаут, и у меня машина забила. Я походу не танка, мне белые колеса, а я... Приуныл, братюня. Тянись. Олимпия, поговори. Опа. Едем на следующий. Итак, друзья, сегодня на Чайке дрифт. От 10 сентября здесь на автодроме Чайка состоится фестиваль скорости Ready to Race. И мы хотим разыграть 5 билетов на фестиваль. РТР представляє фестиваль швидкості Ready to Race 2017. Незабутні враження від перегонів найпотужніших автомобілів. Мотостанд-шоу на грані законів гравітації. Ексклюзивне дріфт-шоу, дріфт-таксі та РТР-тюнінг-шоу. Не пропусти, приходь та приводь друзів. 10 вересня, автодром Чайка. Початок об 11:00. Фестиваль швидкості Ready to Race. Квитки на readytorace.com.ua.
Для того, чтобы выиграть билеты на фестиваль, вам нужно поделиться этим видео в своих социальных сетях, Facebook или ВКонтакте. В комментарии под этим видео на YouTube написать «Хочу на фестиваль скорости» и ссылку на вашу страницу, куда вы сделали репост. И 7 сентября мы при помощи генератора случайных чисел определим 5 счастливчиков, которые бесплатно пойдут на Ready to Race, фестиваль скорости, куда мы вас всех приглашаем. Это был BitLook Insider. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, выигрывайте билеты на Ready to Race. Все будет дрифт. Андрей, ты вверх! Ну, да,